Здравствуйте, в эфире «Здоровая линия». Это программа о модернизации системы здравоохранения города и округа, о профилактике и лечении заболеваний. Также дадим полезные советы, как сберечь драгоценное здоровье. В студии Инна Борисова, и вот что мы расскажем сегодня. Один из важнейших показателей работы сердечно-сосудистой системы – артериальное давление, каким оно должно быть и когда необходимо обращаться к врачу. Солнечный свет – источник положительных эмоций, укрепление иммунитета, но вместе с тем ультрафиолет может привести к серьезным заболеваниям зрения и кожи. Проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонической болезнью, являются лидерами среди общей заболеваемости населения. Необходимо не только знать уровень своего давления, но и уметь правильно его измерять. Стресс, физические, умственные нагрузки и неправильный образ жизни влияют на развитие артериальной гипертензии. Если вовремя не определить измерение артериального давления, то у человека возможно развитие таких заболеваний, как инсульт и инфаркт. Сегодня в Муравленко на учете с артериальной гипертонией состоят около 3500 горожан. В основном это люди пенсионного возраста. У нас есть нормальное давление 120 на 80, да, классификация. Потом повышенное нормальное, там в пределах 130. И есть 140 и выше, там градация первая степень, вторая степень, третья степень. Вот все, что выше 140, это уже является показанием для того, чтобы человек мониторировал свое давление и обратился к участковому терапевту. К симптомам артериальной гипертонии относятся головные боли, головокружение, мелькание так называемых мошек перед глазами, тошнота. Мало кто знает, но для начала необходимо определить руку, на которой вы будете мерить давление для более точного мониторинга. Первый раз артериальное давление измеряется на обеих руках. Если разница артериального давления менее 10 мм, то давление измеряем на нерабочей руке, обычно на левой. Если более 10, то на той руке, где давление выше. Измерение давления на первый взгляд кажется простой процедурой, но требует серьезного подхода. Для того, чтобы результат получился правильным, необходимо соблюдать правила измерения давления. Перед измерением артериального давления человек должен в течение 5 минут отдохнуть. Измерять артериальное давление нужно в спокойной обстановке. При этом человек не должен употреблять пищу, курить, пить крепкие напитки, но, естественно, не подвергаться физическим нагрузкам. Нельзя измерять давление стоя, так человек не будет расслаблен, а в положении лежа показатели будут всегда ниже реальных. Лучше всего давление измерять сидя, облокотившись на спинку стула, не скрещивая ноги. Их лучше держать ровно на поверхности пола. Манжету укладываем на 2-3 сантиметра выше локтевого изгиба. Сам тонометр должен находиться на уровне сердца. Когда мы нагнетаем воздух манжетой, мы должны делать это предварительно, слышав удары пульса, и на 20 миллиметров ртутного столба выше этого уровня, и потом начинать уже спускать воздух. Современные аппараты для измерения давления бывают механические, полуавтоматические и автоматические. Первые два для самоконтроля не подходят, так как давление в манжете необходимо накачивать вручную с помощью груши. Самый простой в использовании – это автоматический. У него… Тут мы одеваем просто манжету, включаем кнопочку, он нам показывает верхнее, нижнее давление. Также пульс и аритмию еще показывают очень многие эти приборы. Его разновидностью является запястный тонометр. Он также нам на запястье одевается, измеряется. Он более компактный, портативный. Тут ограничением у нас является высокий сахар и высокий холестерин в крови. Что если сосуды забиты, более мелкие, то будет выдавать ошибку. Еще один автоматический аппарат – это пульсоксометр. Он надевается на палец и кроме артериального давления показывает уровень кислорода в крови. Сегодня чаще всего в аптеках горожане приобретают тонометры на предплечье и запястье. У каждого вида аппарата свои условия и правила пользования. Не стоит забывать и о поверке аппарата. Она проводится по истечению времени и количества использования. Например, в городской больнице все тонометры проходят такую процедуру ежегодно. В Муравленко пришло лето, и многие стали проводить больше времени на улице. Прямой солнечный свет является источником необходимого человеку витамина D. Но длительное пребывание на солнце без защиты может привести к неприятным последствиям. Солнечный свет может нанести серьезный вред глазам. Чаще всего офтальмологи сталкиваются с ожогами роговицы. Рыбаки очень часто обращаются с жалобами, то есть ожогом роговицы, когда длительное время находится даже в, без, как они говорят, солнечное время
дня, поэтому вне зависимости от того, какая погода, пасмурная, солнечная, зима ли это, лучи все равно проникают, поэтому должны быть немного такие очки, как бы, знаете, сказать, более темные, более светлые. К симптомам ожога роговицы относятся резкая боль в глазах, светобоязнь, слезотечение, снижение зрения. Медики рекомендуют при таких признаках незамедлительно обратиться к врачу. Вторая по степени, значит, это у нас идет катаракта. Вот, поэтому здесь тоже нужно очень внимательно к этому относиться. Если есть пелена, снижение зрения, то, конечно, сразу обращаться. Потому что не все катаракты на каких-то этапах сразу оперируются. То есть требуется наблюдение. От длительного пребывания на солнце могут быть и наросты ткани в глазу. Опасны такие заболевания тем, что могут привести к слепоте. К симптомам относятся покраснение глаз и ощущение инородного тела. Самое сложное, самое опасное заболевание – это поражение центральной зоны сетчатки. Это происходит из-за вредных именно воздействий, когда человек, не думая, что, допустим, в пасмурную погоду, он как-то может свои глаза подвергнуть опасности, понимаете? Но это все происходит с возрастом. Плюс приобретенные за жизнь хронические заболевания, которые тоже несут негативное действие на поражение центральной зоны сетчатки. Такой вид заболевания очень плохо поддается лечению. Защищать глаза от солнечного света нужно не только взрослым, но и детям. Это можно сделать с помощью очков или же контактных линз с УФО-защитой. Они имеют 4 степени защиты. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие сертификата качества. Здесь должно быть прописан изготовитель и из чего сделаны сами очки. Второе, на что нужно обращать внимание, это на маркировку. Вот написано УВ-400 нанометров. А здесь линза фильтрует вредный ультрафиолет, у которого длина волны 400 нанометров. Чтобы это проверить, используется специальный прибор. Мы сейчас продемонстрируем. Линзу помещаем под специальный светофильтр и видим, что наши очки работают конкретно на этой длине волны. Вот 400. Второе, на что обращает внимание, это степень затемнения. Если очень яркая солнечная погода, то лучше выбирать с маркировкой 3 или 4. Также дополнительно используются покрытия антибликовые или поляризационные для большего комфорта носки очков и защиты глаз. Потом, если, например, у человека плохое зрение, мы рекомендуем изготавливать солнцезащитные очки с диоптриями. Это будет индивидуальное изготовление, и здесь часто выбирают фотохромную линзу, так называемые хамелеоны, которые подстраиваются под погоду. Они будут темнеть и светлеть в зависимости от яркости солнца. Солнце – источник положительных эмоций, укрепление иммунитета, облегчение ряда заболеваний, особенно кожных. Но оно же и источник угрозы. Чрезмерное воздействие солнечных лучей может привести к ожогам и даже к раку кожи. Солнце снижает воспалительные реакции. У людей, например, с псориазом, атопическим дерматитом, чаще всего летом начинается ремиссия. Вместе с тем, под воздействием лучей кожа быстро стареет. Сегодня часто встречаются и аллергические реакции. Формируются высыпания мелкоточечные, розового цвета. Они очень чешутся, склонны к слиянию и не имеют четких границ. Но, безусловно, они будут локализоваться на открытых участках тела, которые подвергались солнечному облучению. А вот солнечный ожог – это фототравматическая реакция. Ее отличие от аллергии – это четкие границы поражения кожи, которые на ощупь горячие. При первой стадии это просто покраснение, когда, скажем, воздействие солнечных лучей более интенсивно и более продолжительно по времени. Стадия усугубляется развитием пузырей, ран, язв и вплоть до некроза. Вылечить и облегчить ощущения при ожоге помогут специальные спреи. А вот использовать, например, сметану медики не рекомендуют. Чтобы избежать ожога кожи, находиться на улице лучше в минимальные часы солнечной активности. Это до 11 дня и после 16 часов. Обязательно нужно использовать солнцезащитные кремы. Они делятся на два вида – с химическим и физическим фильтром. На основе химического фильтра крема они долго держатся на коже, но при этом они недолго защищают от ультрафиолетового облучения. Потому что как физические фильтры, они очень мощно защищают от всего солнечного спектра, от средневолновых лучей и длинноволновых, но при этом они очень быстро смываются. То есть любое прикосновение кожи, мы его смываем. Еще один минус физического фильтра – он оставляет на коже белый след. Лучше всего покупать кремы, в составе которых оба типа фильтров. Они делятся
по солнцезащитному фактору. Самый максимальный – это SPF 50 у нас идет. Все, что считается выше, там SPF там 70-80, ну, считается, что это маркетинговый ход. То есть в любом случае защищать более чем на 50, чем с SPF 50, они не будут. То есть там будут единичные проценты, но никак не выше. Кроме этого, солнце может спровоцировать угревую болезнь и даже онкологию. Нужно за собой следить, то есть осмотр своего тела, ну, не чаще, чем раз в месяц, чтобы у нас глаз не замылился, но наблюдать. Нас должны пугать те образования, которых раньше не было. Все сегодня обращают внимание на родинки, которые меняются. Да, это важно. Но нужно всегда понимать, что чаще всего меланома, наверное, будет развиваться где-нибудь рядом, но отдельно. Меланома самостоятельно появляется на коже и имитирует обычную родинку. Причем бывает она и беспигментная, например, розовым пятнышком. Как мы видим, солнце действительно может нанести серьезный вред здоровью. Но если соблюдать элементарные правила защиты, то его лучи нам подарят только позитивные эмоции и укрепление иммунитета на целый год. На сегодня это все новости медицины. Будьте здоровы, до новых встреч!